Работает! Я же говорю, это трактор. Смотри, это современный трактор. Они вообще уже не те. Барсуки, осторожнее, а то Санек от ваших плясок чуть не выпал. Чисто жрали, хотели сожрать наш пак. Они думают, там осталось. Сейчас да от комаров, блин. Ходу. Сейчас уже сожрали, остановись 5 минут, уже все покусаны. Thank you.
раз и сразу проехал. Она может наклонить, а она страшно полагается. О, ты тоже прыгаешь! Ел мало!
фоном. Обрыв. А сейчас мы его объедем. Конечно. А теперь повернись, вы что, на полхвостики бы встали, повернулись бы к нам сюда. Нет. Наглец. Вот, теперь Санька. Туда тоже. Саня, Саня, повернись. А я буду этим чёрным. А я буду лежать, да? Я сюда играю с ним. Вот, я буду так сидеть. Саня, так шутить нельзя. Опа. Расковыряйте так, за ногу. Да куда ж ты все лезешь-то, а? Надо? Да? Смотрю. Ловлю, ловлю его, он никак. Смотрите, какое дерево интересное. Дошла, Оль? Теперь поворачивайся. Давай. Ты мою сумочку аккуратненько на ролик поставь, так? Багажник, вещи летят вперед. О, опять.
всему. Саша! Успею, Тань, выскочить и нарвать. Они... Так, а разойдёшься. Я не собираюсь. Я больше никто не поедет никуда, понял? Там он рвал. Поехали. Ты что, балдеешь? Налей, пожалуйста, чуть-чуть.
Люси, что ты вцепилась в кепку-то? А? Чай. Бери бутерброд. Сейчас. Потом чай. Давай я пока не буду. Она мои руки. Саш, тебе чай налить? Я была вот одинаковая, например, с Лёхой. Подсос. То есть вот руку приставить не поднять невозможно, он руку притягивает себе.
бы полезли прямо сюда. Ну да, мы поднаелись. Вот это да. Сознательно прыгают спиной в грязь, чтобы глаза не видели, куда падают. Знаешь, как это такой отвал, такая дерьма такой. Макс, а посмотри. Thank you.
наехал там на трос. Главное не поднимать. Я там руку стоять! Чё, ты чё, оставь тебе рюкзака! А главное, как бежали такие все. Поднимайся, я тебе заплорачивал. Уже упала. Уже упала. Я вижу следы свиней. А там, вон, смотри, что мусор тут какая. Вон что. Смотри. Вон ноги. Поросята, да? Это тоже какая цивилизация. Ты же видишь, Саш, тут дорога, тут же это. И вот куда люди у нас идут. Давайте снимать.
Здесь меня потерпали. Раз мы обогнали, что? Конечно. Загнал нас. Таблетки никакие не принимал? Таблетки никакие не принимал? Это с конфетами. А, конфеты, значит, я так действую. Там кто-то проехал, что ли? Сичуань, а та из провинции другой. Я, чтобы их высадить, я вам целый день всем нашим мужчинам спасибо. Всем спасибо, всем свободны. Хороший праздник нам сделали. Все, мужчины, после такой поездки вы вообще свободны. Тебе в степь. Спасибо за приключение. Наташ, это вон тому. Да, это он. До свидания. Пока-пока.